Как и 80 лет назад, истребитель Spitfire легко взмывает в небо. В Великобритании эти самолеты считаются легендарными. Они помогли стране победить во время Второй мировой войны. Сейчас осталось только 70 Spitfire'ов, способных летать. 14 из них проходят капитальный ремонт в графстве Кент. Механики собирают воедино оригинальные детали с новыми, которые сделаны вручную. На это уходят миллионы фунтов стерлингов. У меня ком подступает к горлу, а на сердце становится теплее от того, что в нашу историю возвращается что-то очень важное. И когда двигатели включаются и слышится рокот, и видишь, как самолет выруливает на взлетно-посадочную полосу, это волшебство. Всего было построено 20 тысяч таких истребителей. Их использовали для уничтожения воздушных, наземных и наводных целей, а также для разведки. Из эксплуатации вывели в 61-м. В самом начале эры реактивных самолетов последняя модификация Spitfire по своим показателям скорости не уступала первым реактивным самолетам. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.